Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Far Changing Tides, а точнее заканчиваем его проходить. Это последняя, соответственно, серия. Сразу записываю, поэтому поехали, раскочегарим эту печку. Я так понимаю, типа много времени прошло, это девочка... Замерзл тут. И? А, я лед растапливаю, я понял. А давай не будем, давай. Хотя... Ты будешь стоять, блядь? Или мне все как раз три бочки надо? Чуть не качает. А, тает, не все. Ну, горелку с собой в любом случае возьму. Так и тебя, ну, на всякий случай, чтоб по 5000 раз не бегать. До конца дотопим и пойдем. По идее, уже должен пройти. Пойдем попробуем. Типа, чтобы не ждать. Ну окей, да, прошли. Так, опять сохранение. И что, это мне опять наверх прыгать? Окей. Ага. Так, мы все-таки куда-то в итоге добежим, да? Или что? Я не посмотрел, но просто, типа... Что, можно еще 40 минут примерно делать? Хранение. Мы будем бежать 40 минут. Надеюсь, что у нашего ГГ лапы не отмерзнут. Так, какая-то коробка. Так, коробка, подожди. Так, еще топливо. Сейчас опять что-то будем топить. О, бля. Здорово, дружище. Ты как тут? Чё сломалось? Сейчас я всё нахуй починю. Так, ну, блядь, топливо всё пораскидал. Нахуй его собирал. Чё, где ещё искрит? Чё-то где-то еще искрит. Мачта, походу, дело. Так. Да зачем ты это задел? Ну просто там он дымится. Все. Ничего, не больше не дымится. А ты сюда идешь? Да и ты идешь сюда, пизду. Значит. А слушай, все нормально. Топливо не просрано. Еще одна горелка. Ну-ка. Он мне показывает кучу топлива. И под водой, и везде. Я вот думаю, возвращаться за ним или нет. Не бай меня. Можно еще 5 раз все сломать. Так, окей. Давай вот эти, которые вот здесь на виду. Да зали...
Он не... Вот эти возьмем и все. Он просто, блядь, коробку проебал. Ладно, коробка и хер с ней. Так что здесь? Прикол. Я не обращал внимания. Не знаю зачем, но я жадный, поэтому... Поэтому заберем вот это. Больше забирать ничего не буду в пень. И причем я сейчас сделаю так. Вот тут это все побросаю, и хуй с ним лежит здесь. А, что надо? Мачту я не открою, мне надо запускать двигатель. Потому что мачту занесло снегом, хоть я ее и починил огнем. Но снегом так и осталось все занесено. Окей. Все, лежишь здесь, мы поплыли. А можно поплыть-то, кстати говоря? И во-вторых, я бы сделал вот так, сделал вот так. Я так понимаю, что нам надо сейчас будет зарядить нитро и лететь с нитро. Если чё, мы во льду. Двигатель, не грейся, блядь. Пошел-ка я нахуй. Мы вместе с этим поплывем, да? А, она сейчас как это, как ракету, бля, пизданет вперед. Нас просто так не отпустит. Нас просто так не отпустит, я чувствую. Ну типа уже все поломали. Ебать. Это скоростюха. Так, все, давай до этого, а мы еще и заодно парус поднимем. Наверное. Поможет он нам, не поможет. А как мы там же, скорее всего, дно пробило? Или ничего не пробило? Повезло, в этот раз повезло. Дно мы не пробили. Там же, хотя ладно, я подумал, там же не греется, потом подумал, да даже если греется, то похуй, у меня там миллион горелок, мы все починим, и даже вон тут огромный айсберг. Так, ну погнали дальше смотреть на пейзажи. А если отпущу, ты не будешь сам немножко подруливать по ветру? Типа я настроил, а мы дальше вот так и поплывем. Все, и весь снег оттаял. Это я понимаю, нитроускоритель. Не, нихуя. Да подсоединись-то. Все, там все заглохло. И давайте без ныряний, давайте мы куда-нибудь сейчас доплывем. А, это водопад. Я думал, это огромный ледник. Это водопад. Нихера себе. Вот это ладно. Вот это ладно. Вот это прикольно, согласен. Куда ветер?
Давай не складывайся. Кто-то понимаю виды. В пизду. Не экономим больше никакое топливо. У нас его есть. У нас его есть. Ну, а, блядь. Разбушевались. Так, соответственно, давай пока перетаскаем вот это. Ладно. Я не смотрю на самом деле, что там происходит. Вот, ну вроде никуда не врезались, и уже неплохо. Окей. Так, давай мне. Дурт, не гоняй, поехали. Так, и чё? У меня сейчас вверх по водопаду на нитро. Я думаю, что скорее всего. А как иначе-то? Наверх больше по-другому не подняться. Ну, вообще не похоже было на корабль. Я буду называть корабль. Вот. На корабль, который был в первой части. И... Ну, хотя... Ладно. Предположим, пока так, но пока концовку не увидим. Не будем делать никакие выводы. Так, радар включился. Соответственно, я вижу, там он мигнул. А этот... Что снизу топливо было. Вот, но... Ладно, я нечаянно. Но я не пойду за ним. Чуть-чуть попозже, если будет еще топливо, то пойду. Вот. Ну давай. Давай заберем. Где там цепь? Ну типа это очевидное, да? Очевидно большой контейнер, и нам нужно его просто зацепить и все. Больше ничего делать не надо. Зацепить, поднять, и все будет на мази. Бля, опять волны. Ну зачем ты... Короче, вот... В этих больших волнах он не... Не прыгает, а плывет. Давай. Сейчас, скорее всего, еще какой-то городишко будет. Мы что-нибудь с ним сделаем, то есть какое-нибудь препятствие, какая-нибудь преграда. И опять один. Что ты будешь делать? Так. Вот так. А, у нас все хорошо. Так, пацанчики. Пожалуйста, вот так полный вперед. Заслонку открыли и погнали. Раскочегариваем, плывем. Опять же таки, у меня много времени уходит, пока собрал, пока все развесил на крюки. Нет бы там все это в пизду побросал, да и поехал.
Блять. Нырять. Ну, пусть плывет. Блять. Хотел сказать, пусть плывет. Ну, куда мы без ныряния? Без ныряния никак. Двигатель пусть глохнет, пока мы не опустились на нужную высоту. Потом его запустим не так вот и долго. Так, мне понять, когда плыть вперед. Тут? Давай, давай, давай. Ну-ка еще. Так, вперед полный. Если там сейчас одна канистра лежит, похер вообще. Давай еще без... Блять. Только я хотел сказать, давай без более глубокого опускания. Нет, мачту снесем нахуй. Да, там он один ящик всего. Поебать на него. По поводу на синюю зону не заходить, хороший совет. Двигатель останавливается на одном месте и весьма неплохо. Ну, я имею в виду нагрев. Еще раз напоминаю, у нас хуево туча горелок. Если что-то поломаем, то... А чё за музыка-то? Наверх могу всплывать? Или мне надо было всё-таки нырять? Бля, вообще похоже, что мы куда-то к берегу приплыли. А, мы к водопаду приплыли. И вряд ли мы через него проплывем, да? Ну так, давай, чисто на дурачка. Все, вижу, понял. Короче, то, что я подумал, там нужно вниз спускаться, так оно и должно было быть, скорее всего. Можно отдалять камеру?
Так. Ой, бля. Без этого никуда я не поплыву. Да куда ты, бля, возьми этот рычаг? А, вверх, 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 вверх. Нет. Не понял. Все понял. Стоять. Ты не переползешь. Мне надо лебедкой зацепить и потянуть, правильно? Точнее, даже не столько потянуть, сколько задним ходом вот эту херню выдернуть. Так, ну-ка. Или можно даже не задним ходом, можно, наверное, потянуть. Нет, это не то. Надо все-таки задний ход рубать. Давай. А. Мне надо сюда присесть. Ебать, парковка. И он меня сейчас поднимет туда вверх. Давай, давай. На малых оборотах заходим. Все. Что-то надо нажать. Зарядить надо, конечно же. Или меня поднимает. А. Бля, я угадал с воздушным шаром. Я угадал с воздушным шаром. А что, блядь, ты думал? Конечно. Мне всех топлива хватает на это. А у нас хватило. Я думаю, что за херня похожа на воздушный шар? А это оказался воздушный шар. Ты как-нибудь сам давай это... Рули этим действием, я не... Вот так, молодец, тоже жестик. Вот эта музыка мне что-то напоминает. Та-та-та-ра-ра. Ну, бля, если такие водопады раньше были, неудивительно, что люди думали, что там край земли.
будто вода падает с неба. Ты скажешь, давай управляй, да, блядь? Хули нет. Можно и не я? Есть тут еще кто-нибудь? Мне нитру надо зарядить. Сейчас сделаю. Топливо надо пересадить. Не улетим мы к предкам. Реактивный нахуй шар. Так. Если что, горелки сожжем. Так, ну тут, блять, все виды транспорта предусмотрели, да? Не ездили мы еще как на машине. Так, ну тут, очевидно, не будет, наверное, да, топлива. И можешь парус поднять. Слышь, что? Вот это ебать вообще имба должна быть. Он вроде все равно вперед. Или обязательно подавать жар? Не, мы садимся. Мы садимся так надо, или это потому, что у меня все стухло? Да, скорее всего, это потому что так надо. Сука! Взяли, бля, выбросили меня. Как ненужный никому вещь. У, суки! Так, ну наконец-то ледники хотя бы закончились. Началась какая-то непонятная то ли пустыня, то ли что это. Топливо экономлю. Плыть еще примерно 10 минут. А то, что у нас осталось, не хватит. Поэтому на всех парусах вперед. О! Так давай не падай. Уже веселая музыка. К концу приближаемся. Что мигает? Ты на ОБС ругаюсь, что-то не подмигивает. То ли это шкалы звуковые. Это ящик. Возможно, там есть топливо. Это на какую-то и пуст. Ну, бля, не может быть такого, наверное. Ландшафт тут много воды, не может быть такой пустыни. Эх, хуй знает. Так, а ты чё?
какие цветы, ничего себе. Да, музон прям это. Попёр. Так, пацан, а ты остался один. Кого ты ищешь? Девчонка была последняя. Состарилась, замерзла, умерла. Такая библия, еще один океан. Хороший. Может, не? Так, ночь. Ну, в ночи не может, наверное, действие закончиться. Хотя, хуй знает. Для яркости картинки, почему нет? А куда тебя тянуть-то? Не давай, не складывайся. Это какие-то ящики с чем? С припасами или с чем это? Их тут все больше становится. Так, сохранение. Куда-то подплываем. Разъебет мне парус. Мы куда-то приплыли, к какой-то башне. Пошли. Какой-то шаттл космический. Кнопка. Возьмем. Так, кнопка не работает. Ага. Так, о, если... Слушай, это ящик из первой части. Воздушный шар. Везде кнопки. Еще. Ну-ка давай. Ну-ка давай поэтапно. И топливо такое же, как у девахи было в первой части. Давай до конца заряжать. Ну хорош, блядь. Давай всю концовку обосри нам своими кривыми ногами, блядь. Вот так тебе за это, блядь. Сломаешь нахуй ноги. Так. Теперь все. Теперь зарядили. Дальше нажимаем вторую кнопку. И музон такой жизнеутверждающий начался. Бля, вот концовка прям, если это она. Меня прям радует вот это вот, как все выглядит, как сделано. Но, бля, плыли мы очень долго. Конечно, не без моих затупов, но тем не менее. Так, там какой-то рупор. Так. И там еще какая-то кнопка. Шары полетели. А, они не полетели, они поднялись. Это механизм. О, нихуя. А, это, бля, серьезно. То есть, там в леднике сидела не эта девчонка. То есть, это все в одно время происходит. А это, видимо, мать ее, наверное. Ну, вряд ли отец отца-то она похоронила. Это, наверное, это... Ее мать там сидела. Так, давай, сигналить. Ту, чтобы она нас услышала. О, я могу проплыть. И? На корабль спрыгнуть, правильно? Давай, плыви. И ветер в ту сторону, в которую надо. Не, ну мы как бы... Ой, так, вставай, блядь, ты ебало себя разбиваешь. Мы как бы к ней весь не поплывем, стоять. Не поплывем на моторе. Мы потихоньку на парусах, нахуй.
Давай, игра, пожалуйста. Не это, не разочаруй меня с концовкой. Ты встанешь? Мы же проплыли. Так, все, корабль с другой стороны, я потерялся, все. Ну и как? Попробуй разгляди, да? Ой, пизду, бля, на тебя вообще никакой надежды, уебище. Закройся, придется печку топить. Так. Погнали. Нам же недалеко плыть. Или еще 20 минут. Не, ну мы перед невестой должны выебнуться. Типа сейчас скажем, смотри, ебать, какая у нас тачка. Вот у тебя все разъебалось, тем более нам нужен этот. Тот, кто будет на парусах сидеть. Ну давай, я не буду портить камеру. Мы же прям до берега доплывем. Мне не придется еще раз, блядь, тупо спускаться. Мы как это, рыцари на белом коне. Так, сохранение, хорошо. Мне, блядь, кажется, нихуя мы не доплывем. Хотя береговая линия видна. Давай двигатель, не подведи меня. Мы на протяжении всех серий. Отлично. Все нахуй сгорел. Нет, а заслонка не закрылась. Все, знаешь, плывем, все хорошо. Здорово, мать. Давай детей создавать. Блин, это классная концовка. Мне нравится. Мне нравится. Очень долго плыли, бесит нахуй. Концовка классная. Нравится. У них, видишь, тоже флажки. У нее красно-белые, у него такие зелено-сине-белые. Только давайте вот это вот, вы не там брат с сестрой, потому что хули, вы два последних человека, что вам делать? Ой, засмущался жених. А вы разговаривать-то умеете? Ебать, на чем мы катились и на чем сейчас приплыли? У нас там горелки есть. Музыкальных инструментов нет, но у нее должно быть. Там, по-моему, шкатулка же была.
Блин, конец классный. Мне понравилось, как она началась. Мне не понравилось опять управление этим, блядь, локомотивом. Вообще неудобняк полный. И мне очень понравилась концовка. Спасибо за игру. Во. Сейчас будут картинки, да, показывать? Она к нему вот лезет. Ну, правильно, хули думать-то? Она с разбегу прыгнула или она через воду? Руководитель проекта и арт-директор Донс Чмокер. Чмокер. Ладно, неважно. Так. Ой. Мысли загрузить. Все? Так закончилось все? Вот такая вот игра. Третью часть не приемлю, потому что, скорее всего, третья часть может быть либо в кооперативе, как сейчас это модно со всеми играми, то есть из-за него, из-за нее. Один большой корабль и 750 механик. Тут было 350, а будет 750 механик. Либо это там за их детей играть. Но это было бы уже глупо. Здесь закончена история, и... Такие концовки мне чем нравятся. Они немножко недосказаны, и в них каждый может додумать уже свое. То есть тут широкое поле зрения, но тем не менее закончилось это все неплохо. Я думал, он совсем уже один остался. Они все-таки нашли друг друга, и это очень классно, спустя много-много лет. Вот, на этом мы тогда заканчиваем. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео с своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья. Всем пока.